София. Hallo, ich bin Katja. Hallo, ich bin Marina. Was ist los? А чем вы занимаетесь? Почему вы так одеты? Что за праздник? Сегодня 6 января. Праздник Три Короля. А кто такие Три Короля и вообще, что это за праздник 6 января? Какие традиции связаны с этим днем? Есть в январе праздник, называется Богоявление или День Трех Королей. В Германии, в Австрии, Лихтенштейне и в Швейцарии этот праздник является официальным. Интересно, а вы можете нам больше рассказать об этом празднике? Спасение из Иудеи, к нему-то и ведет звезда. Длиннее становились тени, и Валтасар сомкнул уста. Из сумерек с походной гладью друзьям является Гаспар, красавец молодинской стати. Поверитель, вчера я спал. Как луч таинственный под утро вдруг осветил мое окно. О, Валтасар, астроном мудрый, я чувствую, мне суждено. Идти за чудную звездою, туда, куда укажет Бог. Взяв ларь со смирной и смолою, хочу оставить их у ног. Новорожденного Мессии так в сердце мне вещает дух. Все трое, промолчав, судили привычных дел оставить круг. Путь ожидал волхвов далекий, покинули свой град едва, как тотчас чистому их оку предстала дивная звезда. Ich war ein kleiner Bub, da geht einmal der Lehrer auf mein Mutter zu. Sie sagt der Frau, sie muss ihr noch was sagen. Es ist ein Kreuz mit dem Bub, er ist so ungezogen. Er rechnet nicht, schreibt nicht, malt keine Bilder. Passen Sie auf, das wird einmal ein ganzer, ganzer Wilder. Meine Mutter hat gewarnt, sie hat's nicht geglaubt. Was soll ich lang reden? Recht hat er gehabt. Ich bin ein Haberfeld, Haberfeld, Haberfeld. Treiber, Raucher, Saufer, Vogel, wilde Weiber. Treib mich rum bei der Nacht und schlaf am Tag. Mein ganzes Leben ist ein Haberfeld, Rock. Ich bin ein Haberfeld, Haberfeld, Haberfeld. Treiber, Raucher, Saufer, Vogel, wilde Weiber. Treib mich rum bei der Nacht und schlaf am Tag. Mein ganzes Leben ist ein Haberfeld, Rock. Ich war ein Ministrant, nimmt der Pfarrer meine Mutter bei der Hand. Sie sagt der Frau, mit dem Buben, es hat keinen Sinn. Ja, man möchte fast gern, da steckt der Teufel drin. Er macht nur Blödsinn, tut ihm bei. Нам нужно тщательнее подготовиться к этому празднику. Но у нас, к сожалению, этот праздник никто не празднует. Да, да, согласен. Никто не знает даже об этом празднике. А давайте сделаем так, чтобы об этом празднике узнали все. Ведь в нашей стране Хэллоуин никто не праздновал. А сейчас его все с нетерпением ждут. А давайте расклеим плакаты. Люди будут смотреть и интересоваться этим праздником. А давайте подготовим стих. Das Jahr geht in mit weißer Pracht. Drei König stapfen durch die Nacht. Das Eilen scheint den harten Grund. Klar ziehen die Sterne in ersten Grund. Der Weg verweht des Hauses still. Der Bauer liest in der Postil. Der Ofen singt, die Stunde vergeht, nur sagt wir, kann man nicht zu spät. Fabian Sebastian, heb neu der Bahn zu säften en, und en dem Tag von Paris bekäse, ist halju der Winter hin und her. Я тут подготовила плакаты, давайте их развесим. Thank you.
ich starke Schniefel. Ich mag Schnee. Ich mag Käse. Schneemänner zu bauen. А как ты думаешь, откуда три волхва могли знать о рождении Иисуса? Weiß nicht, Gott weiß. Logisch. Ура, мы завтра в школе устроим праздник Три Короля. А давайте устроим спектакль Три Короля. Also gut. Wir müssen die Namen der drei Könige festlegen. Ich werde Balthasar. Ich bin Melchior. Ich werde Gaspar. Нам нужны реквизиты и еще актеры. Ich möchte auch den Namen. Хорошо, ты будешь играть овцу. Ein Schaf zu spielen ist wahrscheinlich meine Mission. Ты не будешь овцой, ты будешь Агнец Божий. Wollen wir eine Party machen? Ich bringe Tee. Ich nehme Kekse mit. Ich nehme Strudel. А я принесу фотоаппарат и буду фотографировать мероприятие. Sehr gut. Нам нужно придумать танец в честь праздника Трех Королей. Wie in indischen Filmen? Ja. Aber was werden wir tanzen? Wir werden Deutsche. Volkstänze tanzen. Sind Sie bereit? Wir sind ein Team. Hurra! Hurra! Знаешь немецкий? Жок. Найн. Ты знаешь? В Германии и во... Еще раз, можно? Хорошо. Я в Швейцарии, Австрии. Почему вы так одеты? Я не земляю. Спасение из Иудеи. Еще раз. Спасение из Иудеи. К нему-то и ведет звезда. В жене становились... Новорожденные... Мессия лучше, да, мессия. Мессия или мессия? Мессия. Мессия. Мессия? Да. Почему я же это всю ночь повторяла? Мау! Новорожденного мессии так в сердце мне вещает труп. Вау! Путь ожидал волхов далекий. Покинули свой твой... Хлопаем. А давайте узнаем, что там. А давайте расклеим плакаты, и люди будут раз. А давайте расклеим плакаты. Будут... Тьфу. Das Jahr geht... Der Weg verweht des Hauses still. Der... Der Ofen singt. Тут я сними, пожалуйста. Фабиан Себастьян. Хебны... Und in dem von Paus Bekäser. Тут я так забыла. Сюда, все, запись пошла. Ну пошли клип снимать. Быстрее. Идиот. Пока у нас есть камера. Звезда на камеру. Я. Не надо. Меня сними, меня сними. Зачем тебя? Сними.
сними, сними. Надо нам положи. Положи. Ладно, я сам себя сниму. Бери. Бери. Ты тут ведете. Сделай мне попроще лицо. Хуэте и штахан шнифаль. Здесь снимаешь, уже иначе есть запись. Запись идет. Даешь мне команду, я говорю фразу. Хуэте и штахан... Подождите. Хуэте и штахан шнифаль. Штарка. Штарка. Штарка? Да, штарка. Хуэте и штарка шнифаль. Ага, все окей. Их вельта вата... Их вегда пальтаменты, я их ставлю. Год вайс. Вайс нихт. Ну, это мне хорошо, я продлила их на 3 года, а не хотела. Я забыла. А откуда ты могла... Откуда ты могла знать рождение? Откуда ты вообще знаешь? Да, да, это съемка. Все, улыбнитесь. Да. А ты нам 9-го курса, дочь. А давайте устроим спектакль «Три края». Их бил мельтехо... Мельтеоха... Вот запись пошла. Ага. А почему она? Ты не будешь овцы. Ты не будешь овцой, ты будешь Авен святой. Их бхенгати. Подождите, подождите. Умоляю. Их бринга или бхенга? Бринге. Их брингати. Нам нужно... We win in English... Indish in film. Win in English... English... Indish. Понятно. Настя, ты удивительно, что у меня на есть? Гиташа, кандахок. Зашла. Потом кидай мне, пусть она говорит, то халява вылетит. Давай, давай. Кому? Ей кидай. У халявы. Мэнэ. Мэнэ. Дайте, пожалуйста, конфеты. На пропитание. На пропитание. Ты вообще тут знаешь, сколько тебе пропитание? Вам рад, идите. Ваше звание не оправдает вас. У них хорошее. А вас так что-то понимает. Забираю мою. Поставь мяч и бросит в корову. Ну так, волейбольный мяч. Сначала бросай, а потом свои руки. Бросай. Вот это.